Всем привет! Сегодня у нас видео такое, я нарядная, красивая, сижу в зеленых листочках. Ну, на самом деле, говорить-то мы будем еще и о красоте лица, и всей верхней части нашей головы, а с вами я не поздоровалась, Екатерина Майорова, wellness-коуч, йога-инструктор. Сегодня мы с вами будем делать массаж лица для улучшения кровообращения лица, шеи, головы. Покажу упражнение для подтяжки мышц, значит, вашего подбородка, для тонуса лица, для улучшения кровообращения в шее, в верхней части спины и немножечко для глаз. Итак, начинаем. Если мы делаем отдельную зарядку и массаж для лица, то нам нужно улучшить немножко кровообращение, чтобы кровь начала течь в голове и наполнила сосуды головы и лица. Для этого вам нужно начать с рук. То есть берем ручки и вот таким образом в кулачки сжимаем и разжимаем. Несколько раз, 5-10 раз. Этого будет достаточно. Теперь плечи. Начинаем подтягивать плечи к ушам, высоко наверх, и отпускать. Подтягивать и отпускать. И таким образом вы делаете раз 5-7 или 10. Сделав такие простые упражнения, вы уже почувствовали, что кровь начинает приливать к плечам, к шее, к голове. Почувствовали такое легкое тепло и продолжаем дальше. Лучше для этого собрать волосы для дальнейших наших действий, чтобы они вам не мешали. И желательно, если у вас есть сережки в ушах, вот как у меня, то их лучше убрать, потому что мы будем задействовать и уши тоже. И таким образом, значит, начиная с массажа лица, мы разогреваем наши ладошки вот таким образом, для того, чтобы подушечки пальцев стали теплыми. Это нам нужно будет для пальпирования лица и головы. И вот такими легкими постукивающими движениями, слегка заметными, мы начинаем простукивать свое лицо, потом голову, затылок и еще можно немножко про лицо. Лишним это не будет, также для вашей шеи. Хорошо, и немножечко встряхнули. Далее мы начинаем массаж ушей. Нам нужно пройтись по уху сверху донизу. Особое внимание обратить на мочки. Если вы знаете, у нас очень много активных точек находится именно на ушах. И вот тем людям, кому сложно проснуться утром, то прям в постели можно сделать такую практику, то есть уши свои немножко помассировать, и вы сразу почувствуете прилив крови к ним и такой бодрячок появится. И вот таким же образом за ушами мы немножечко массируем и понажимаем на точки, значит, это точка под мочкой уха на линии как раз соединения. Там у нас челюсти соединяются. Таким образом. И все по всей задней поверхности, за ухом мы эти точечки продавливаем. Отлично. Дальше мы сделаем массаж по меридианам лица. Меридианы лица у нас действуют таким образом, что от центра лица мы начинаем двигаться к ушам и туда к линии роста волос. Можно начать со лба и лучше использовать либо средний, либо безымянные пальчики для этого. Можно все четыре пальца вот таким образом по меридианам, массажные линии их еще также называют. Косметологи используют всегда эту схему, эту систему от носа и к ушам. Слишком сильно не нужно растягивать лицо и кожу лица, потому что она достаточно чувствительна, особенно кожа вокруг губ и вокруг глаз. Вот сейчас уже я хорошо прям чувствую, что у меня так и уши стали красные, да, и к лицу кровь привела, щечки розовые, хорошо улучшилось кровообращение. Также мы сделаем небольшие такие вот движения для контура лица, для подбородка.
Для того, чтобы не было второго подбородка, чтобы его исключить, это упражнение нужно делать ежедневно, а лучше по два раза в день. Немножко похлопаем. Вот так. Отлично. И сейчас немножко про глаза. Потому что мышцы глаз точно такие же мышцы, как и любые мышцы в теле, поэтому их тоже нужно тренировать. Значит, небольшая такая разминка. Вы начинаете движение глаз с верхнего правого угла и переводите в верхний левый угол. Переносите в правый нижний, левый нижний, верхний правый, верхний левый, нижний правый, нижний левый. И такой вот получается такой бантик-бабочка. Несколько раз таких движений, и затем вы делаете в обратную сторону. Получается, что с левого угла в правый, нижний левый, верхний правый, верхний левый, нижний правый. И так далее продолжаете в обратную сторону. Хорошо. И обычное движение глаза вверх поднимаем и вниз, вверх и вниз. Постарайтесь при этом не задействовать мышцы лба. Вправо-влево, как можно дальше заводите свой взгляд в сторону, вверх и вниз. И вращение по кругу в одну сторону и в другую. Отлично. Глаза устали, мышцы нужно расслабить. И для этого мы разогреваем ладони такими растираниями. Глаза закрываем и плотным движением закрываем глаза, то есть не давим, но свет не проникает глазам. Даже вот если вы глаза откроете под ладонями, то будет абсолютная чернота. Значит, все правильно. Несколько спокойных вдохов и выдохов. Почувствуйте, как тепло от центра ладони идет глазам. Это очень хорошее упражнение не только для красоты, да, для сохранение молодости кожи вокруг глаз, но также хорошее упражнение для тех, у кого плохое зрение, как профилактика. Хорошо улучшает ваше зрение. И дальше я покажу упражнение, которое направлено больше на шею, но так как вы знаете, что шея напрямую взаимодействует и с головой, и понятно, что с лицом тоже, поэтому делаем, значит, ставим правую руку на правую часть головы и начинаем сопротивляться головой руке. То есть голову не наклоняем, это неправильно, голову держим ровно и просто надавливаем и сопротивляемся. И вы чувствуете изменения в боковой части вашей шеи, с правой стороны. Закончили. Затем переносим левую руку на левую сторону, ставим, опять-таки, голову не наклоняем, держим ровно и сопротивляемся головой ладони. Исключите чрезмерное напряжение, потому что оно никогда не бывает полезным. Ну, такое хорошее, мягкое напряжение. И ощущение, чувствуем, как меняется в боковой поверхности шеи, немножко в задней. 5-10 вдохов и выдохов, может быть, даже меньше. Хорошо. И теперь переносим руки на затылок, ставим. Точно так же голову назад не запрокидываем, держим ровно и сопротивляемся. Можно обе руки, можно одну. Сопротивляемся, отводим голову назад, ладонью давим на затылок. Чувствуем изменения в задней поверхности шеи. Дыхание спокойное, ровное. Отлично. И теперь на лоб точно так же ставим ладошку и начинаем сопротивляться. Голову не наклоняем вперед, держим ровно, но тянемся лицом вперед, ладонью давим на лоб. Вы сразу можете почувствовать, как у вас начинаются изменения вот здесь, вот в области подбородка и начала шеи, линии соединения. Тоже хорошо работает для контура лица, для подтяжки контура нижней части лица, подбородка. Хорошо. Это мы закончили. Немножко подышали, расслабились. И следующее упражнение, опять-таки, тоже будем работать на правую, на левую части нижней лица.
вам нужно будет делать такой наклон головы, но вот такой наклон головы, но не тянуться ухом к плечу, а тянуться верхушечкой вашего уха вверх туда, вот этой верхушечкой уха вверх. И при этом мы еще будем делать половину улыбки, то есть если делаем наклон влево, то вся правая часть лица работает, да, улыбка вправо получается. Это будет выглядеть так. И еще взгляд направляем туда вверх, тоже смотрим. Три-четыре вдоха-выдоха. Угу. И на другую сторону. Тянемся краешком уха вверх, половина улыбки. И вверх смотрим. Прям вы чувствуете, как у вас здесь вот мышцы шеи работают. Четыре раза повторяем в обе стороны, по четыре. Этого будет достаточно. И завершая гимнастику лица, мы сделаем пять глубоких вдохов и выдохов с наклоном головы. На выдохе голова идет вперед. И на вдохе поднимается немножечко вверх, и причем мы немного растягиваем подбородок, то есть вытягиваемся подбородком. И на выдохе вниз. И на вдохе вверх. И еще вниз. И вверх. Закончили. Я желаю вам, чтобы ваше лицо всегда сияло молодостью, красотой, кожа была ровной, красивой, овал лица подтянутым, молодые красивые щечки. С вами была Екатерина Майорова. Пока!